В Западно-Казахстанской области коррупционные риски выявляют в режиме онлайн. С начала года в регионе удалось сэкономить больше 30 миллионов тенге благодаря мониторингу госзакупок. Контроль над расходованием бюджетных средств осуществляет антикоррупционная служба посредством веб-портала «Единое окно закупок». По словам специалистов, среди самых распространенных преступлений – необоснованное завышение цен на товары, сжатые сроки поставок, благосклонность к конкретным поставщикам. Еще один антикоррупционный проект – общественный мониторинг государственных закупок. Осуществляют его порядка 200 человек. Активисты пресекают факты нарушения законодательства еще на стадии планирования и опубликования объявления о проведении закупок. Так, в рамках проекта отменены два лота по обеспечению доступа к интернету в Чингирлаусском районе и по благоустройству и ремонту дорог в Таскалинском районе. Благодаря некоторым активным гражданам нам периодически поступает информация о том, что в том-то или ином государственном органе существуют определенные нарушения при проведении госзакупок. Так, например, мы отменили два лота государственных закупок, собирались закупать услуги по предоставлению услуг интернет-связи. Они необоснованно поставили требования к поставщику, потенциальному поставщику о наличии лицензии. По результатам рассмотрения нашего уведомления они отменили данный лот. Учреждения в сфере спорта собирались закупать спортивный инвентарь по завышенной стоимости, в целом где-то около 13 миллионов тенге сумма завышения составила. Эти средства были в целом скорректированы. Теперь эта сумма сейчас используется в других более значимых целях.